Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, заберем с тобой 25 рун. Так, это нам не надо. Беззубик, я тебя 1000 лет не видел. Опачки. Что мы получили? Так, у нас было 18, да? Я сейчас, ребят, специально. Я еще раз специально пойду и проверю. Должно быть, по-моему, 19, если не ошибаюсь. Сейчас глянем. Слушай, да, прибавляются, друзья мои, прибавляются. Слушай, ну если так дело пойдет, это будет хорошо. Это будет просто замечательно. Но опять же, ребята, если оно пойдет. Так, ну что тут опять? Что за подтормаживание? Потому что ты знаешь прекрасно, что сейчас у нас ищется, потом может месяц нифига не находиться. Так что тут, знаешь, такое себе удовольствие. Так, давай-ка мы, наверное, отправим нашего братишку за железом. Так, этого мы отправляем по делам, этих тоже по делам. Так, ну-ка. Что? Понятно, 4 руны. Ладно, бог с ним. Оставайся. Бесплатно. Так, кривоклык. Ясен перец. Как всегда, ребята, чисто руны. Янтарь. Так, давай, Готти. Лети к ней бесплатно. Ну, а ты что, радость? Наверное, янтарь тусклый. Ну, конечно, что еще? Что еще может мне выдать моя маленькая Громгильда? Так, ну что ж, давай тогда глянем следующим образом. Так, бремя гнильца. Блин, 3800, ребят. 3800 нам нужно. Но давай пока отправим, пускай добывает. А что делать-то? Пускай они пока добывают. Этот парень у нас пока постоит. Слушай, наверное, не все пока постоят, я не знаю. И надо вроде бы как бы отправить, с одной стороны. Так, ну кого? Вот этого, наверное, отправляем за железом. Так, вот сделаем. Так, этого тоже отправляем. И этого отправляем. Так, здесь. На тренировку. Давай. Давай. Вперед. Вперед. Так, что у нас здесь? Отказываемся и забираем вот это. И вот это получается. Только лишь две награды у нас здесь. Кстати, у нас же тут... Да, да, друзья. Разместить. Естественно, так как у нас места нет, он, соответственно, летит сразу же у нас на склад. Так, ну что ж, давай смотреть, что у нас тут еще не отправлено. Так. Тыквеброн. Вперед за рыбой. Так, это здесь. Тут мы забираем рыбу. Так, по железу, ребята. Блин, 3800. Тут тоже, кстати, нужно будет. Надо будет тоже. Короче, два... В ближайшее время два... чуть-чуть не хватает. Два дракона, которые готовы, ребята, прокачаться у нас до 124 уровня. Но есть условия. Нужно очень много железа. Очень много, ребят. Почти 10 тысяч. Я тебе так скажу. А это дофига, на самом деле. Но согласись, что у нас выбора-то не так уж и много. Нам просто придется, ребята, это делать. Нам придется их прокачивать. Иначе у нас никакого не будет дальше вообще прогресса. Так, 450, да? Давай мы тебя отправляем. И здесь забираем блестящий янтарь. Так, погоди, блестящий янтарь забрали. И сразу же, сразу, друзья мои, партию отправляем. Ну, здесь вроде бы как все. Здесь я что мог, то я и сделал. Хотя, подожди, у нас еще вот здесь вот. Опа-на, он уже готов перейти в титаны. Окей. Так, ну а ты что? А он ничего. Так, ладно.
Вот здесь еще у нас. Так, подожди, а того я отправил, который? Да, этот отправлен. Ну и все, получается, зеленую смерть мы с тобой отправили. Здесь у нас получается... Подожди, где у нас лесной-то? Лесной, где? Вот он. Лесной с листочками пожаловал. Так, мы его тоже отправляем. Что-то у нас тут... Начать сезон. Ну, давай начнем сезон. Так, это я забираю здесь все наши ежедневные награды. Так, здесь 120 железа, уже прекрасно, ребята. Плюс 30 рун. И что, это не наше, нет? До этого мы еще не дошли. Так, посмотреть. О, солидно. Солидно, друзья мои, 50. Да что ты суешь мне. 50 и 20, это уже 70 рун. Мы получили с тобой 70. Ну и плюс 200 тусклого янтаря, это как-то меня не особо нравится. А вот если бы, ребята, фулл коллекция была бы, ух, 1250. Вот это, да что ты мне все сюда кликаешь-то? Вот это было бы, да, это было бы, ребят, намного круче. Так, а здесь всего лишь по десятке. Так, 10 здесь, сотка у нас блестящего. И еще 50 тусклого янтаря. Так, 4-7, да? Переходим сюда. Тут тоже не так уж много рун. Я не знаю, ребята, с чем связано большее количество или меньшее количество получения рун. От чего зависит, фиг его знает. Может, какая-то коллекция дорогая, какая-то дешевая. Потому что другого варианта я не вижу. А где еще? Подожди. Погоди-ка, у нас еще должно быть аж целых 13. Здесь, конечно, здесь... Сейчас мы так вот обновим. Один. А где же он? Где-то здесь последняя награда должна быть, но я ее что-то, ребят, что-то не ощущаю вообще. Сезонная коллекция, а где? Блин, или я не вним... А, во, друзья мои. Вот. И... Ай. 150 тусклого янтаря. Ну, здесь получается все, друзья мои. Здесь получается все. Руны в подарок. Сколько рун? 50. Спасибо. Ну, подарок он. И в Африке, друзья мои, подарок. Пускай маленький, но зато... Бесплатно. Так, сейчас я открываю тогда бесплатный загадочный пак. Костолом, кошмарный пристеголов, Громель. Ну и тут тоже немножко всякого. Так, закрываем. Дальше. Блин, у нас пак, по-моему, здесь последний даже. Громобой, кревет, кошмарный пристеголов. Я понял. Так, а здесь-то я все забрал. Здесь все собрал. Ну что, ребята, смотрим, есть ли у нас сегодня какое-нибудь событие. Так, здесь два дня ждать. Да ладно, ну вот. Вот как только я захожу, друзья мои, в игру, у меня все. Все, никаких событий, ничего не происходит, блин. Как только я начинаю плотненько играть, так конкретно, хренушки, каких событий дождешься. Ну что, я тогда предлагаю, знаешь, что сделать? Пойти и набивать три пака, и к тому же мы с тобой получим пак вождя. Так, у меня и мало ресурсов-то, я даже ничего не могу сделать. Хотел этого отправить, но, видимо, его придется отправлять вот чисто так за рыбой. Раз нет у меня достаточно количества, чтобы отправить кого-то там за железом. Да, так выходит. Так, фейерверк у нас улетел. Эти у нас все отсутствуют. Слушай, а сколько там до острова-то нам надо? Сейчас, подожди, ребят, посмотрю. 4500. Ну, считай, ребят, осталось 350 рун найти. И дело будет сделано. Ладно, я пошел тогда сюда. Давай искать достойных нам бойцов.
в виде драконов. И будем сейчас наказывать. Давай сюда, наверное, попробуем бомбануть. Так, уклонился. Добить сможешь? Молодец. Красавчик. Слушай, блин, тут... Ой-ой-ой, сейчас фаербол. Ну, конечно же. Так, сделаем. Плюс укус. Слушай, а Барсику, по-моему, ребята, крышка. В любом случае, сейчас они вдвоем здесь... Этот бомбанет в Барсика, а этот на фаерболе, да? Довольный сейчас вылетит. Мне такой расклад вообще не нравится. Так, этого уничтожили, и остается у нас только лишь Ой, а что это сарделька? Почему-то сарделька и ходить не стала. Ладно. Ничего, ребят, страшного здесь нету. Ну что, остается добить ее, в принципе, и все. Ну, как-то так. Так, ребят, ну вот такая вот против нас будет выступать команда. И я думаю, что... Как бы его в первую очередь хотелось бы размотать. Я, наверное... Блин, ну это противно. Ладно, я, наверное, все-таки так начну. Просто здесь гарантия, что мы его быстренько вырубим. Так, у нас остается дымодышащий. И плюс этот. А этого я не помню, как величать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что, массовый, что ли? Ёк-макарёк, в замешательство. Друзья мои, он меня в замешательство. Ну, куда ты будешь бомбить? А ты... Ага, этот никуда, этот сейчас будет в Барсика, наверное, стоп. Интересно. И? Красавчик ты мой, правильно сделал. Умничка. Умничка. Так, ну что, я сюда. Добиваем этого партизана. И остается вот этот вот у нас Людвиг Рудбай. Так, друзья мои, последняя битва, надеюсь. Ну, как бы матриарха, в принципе, хотелось бы бомбануть. Да этот меня что-то немножко смущает. Электрошокер, кревет. Будем надеяться, что этот будет сливать энергию. Если он будет сливать, да, он будет сливать, ребят, тогда все окей. Блин, он у нас энергию пожирает тоже, а? На тебе, пройдоха. Так, здесь... С пониженной атакой такой урон. Несчастный вообще. Просто несчастный. Так, влупим сюда. Так. Змеевик. Ёпрсте. А змеевик сделал на ускоряшку? Ну. Так, у нас хил. Ну чего ты там? Понижение атаки? Ладно, фиг с ним. Сделаем так. И добиваем. Так, ребятушки, ну что, у нас получается три обычных с вами пака. Не очень, конечно, хорошая заходка была. Но, естественно, пак вождя. Так, костолом, кревет, кошмарный престиголов, вострозуб, ищейка. Ну, я и раньше говорил, ребята, ищейка что-то стал нам очень часто попадаться. Угу. Так, розы на куче навоза. Ну и где у нас этот цветок? Нет, дай мне обычный цветочек. Да я все равно не успею сделать здесь. 14 дней, хотя раз, два... Нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Нет, тут не успеешь никак. Ни при каком раскладе вообще. Слишком много времени упущено. Так, чтобы мне, блин... Что бы мне такого сделать? Хочется кого-то отправить, но, видишь, по ресурсам, ребята, очень сильно проседаю. Ну, давай хотя бы качнем кого-нибудь, я не знаю. Экзотический кипятильник. Заморозок. Медовуха. Понятно, у меня еще и места, к сожалению, уже нету. Все забито.
Ну что же, друзья мои, раз у нас все забито и событий никаких на сегодня не намечается, будем тогда с вами закругляться, ребятушки. Всем, как говорится, большое спасибо. Сейчас, подожди, что это тут у нас? Так, подожди-ка. А зачем мне экзотическая громоножка? Корабль-крушитель. Нет, вот это вот точно. Хотя 159, нет, не буду, ребят, тратиться. Да, тогда будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.